Привет, ребята! Сегодня мы нарисуем кольцо с бриллиантом по клеточкам. Давайте рисовать вместе. Повторяйте за мной. Отметим 9 клеточек. Закрашиваем. Здесь клеточка. Пропускаем 2 еще. 2 пропускаем еще и еще. Здесь одна клеточка, здесь одна клеточка. Пропускаем 4, здесь и здесь. Здесь закрашиваем по всей длине от начала до конца. Отмечаем клеточку, пропускаем одну, еще отмечаем. Закрашиваем. Отметили 4 клеточки и закрашиваем. Здесь отмечаем, здесь 2 и 1. Две клеточки. Отметим 4 клеточки. Теперь с каждой стороны по 2 клеточки. Вертикально 2 клеточки и с этой стороны.
каждой стороны вертикально по 4 клеточки. По 2 клеточки вертикально. И ниже закрасим 4 оставшиеся клеточки. А теперь раскрасим. Повторяйте за мной. Друзья, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые рисунки. И ставьте лайк, если вам нравятся рисунки по клеточкам. Вот такое красивое колечко с бриллиантиком получилось. Всем пока!